Так вот, нет, история была простая, что корейцы приезжали, и вот они тогда, выступая на соревнованиях, непривычно себя вели, потому что у нас обычно стараются, чтобы, не дай бог, из зала кто-то не крикнул, там что-то тишина. Тишины требовали. А он там вышел, залу что-то сказал, зал что-то сказал в ответ. А зал был корейский, да? Ну, конечно, да. Там много было.